сегодня играем с Русом, с моим другом Гришей. Гришей. Всем привет. Он умер. Он... Я с ним Егором тоже буду играть. Его тоже зовут Егор. Итак, мы начнем. Так, рубим дерево. А я рублю Миша. Давай так. Строй дом на этом острове. Все равно ты там. Хорошо. А то еще заблудимся, пока его овец не найдем. А так-то в доме найдем, будем находиться. Итак, мы рубим дерево и рубим себя. Так. Как тут уже крафт я забыл? Я уже месяц не играл где-то. Так. Верстак. Так, кирку. Меч. Ну ладно. Будет лучше, будет каменный. Если тебе нужен, я сейчас буду шахту нам рыть. Но я хочу все равно каменные вещи получить. Так. Ты немножко погромче говори, на всякий случай. Тебя может быть не слышно просто. Хорошо. Гравий. Зачем ты тут? Так. Больше не устал. И, кстати, этот Миша был ведущим канала Алисы. Если кто-то его знает, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Потому что это было предыдущее моего канала. Название не выпрыгивает. Твой канал так назвал. Да. Так он не переименовал, и даже не знал, где думать название. Ну, у нас сейчас у каждого свои каналы. Так что можете смело забыть. Но если не хотите, то что хотите, то и делайте. Нам плевать. Но если вы его знаете, то, пожалуйста, напишите. Миша устал. Так. И мы с ним продолжаем. Да что продолжаем? Такой... Игру. Понятно. А может кому-то непонятно? Мало ли. Тебе непонятно. Зачем мы живем? Я вообще бы отстроила. А где ты выстроился? А не видно. Нет, не видно. Да так. Надо еще себе топор скрафтить. Только интересно, зачем я это сделал, если я мог немного камня покопать и еще и получше себе вещи сделать. А, вон ты где. Вот так. Ставь вот здесь вот так еще сделаю. Угу. Вот, мы сделаем так, вот так. Хорошо. Извините, как ломаю. У меня быстрее будет. Так, погоди. Угу. Что-то дом маленький. Пока что. Я даже не сделаю его. О, я коров нашел. Иди их убей. Пока что у нас будет кормный сет. Так, сколько мы уже снимаем? У меня 4 минуты. Тростник для книг понадобится, потому что зачаровательный стол будем делать. Ну, перышки. Чинки. У меня теперь нет ничего. Почему? Потому что я все проиграю в казино кукан. Очередные шуточки. Тем временем я ищу нам еду. А это серый нашел. Так, мне надо будет сейчас постараться к тебе вернуться. А то я какую-то фигню мира нашел. Зашел. А, вон, я вижу твой ник. Вы, наверное, тоже сейчас видите. Так, но перед этим я сначала коров еще отлуплю. Гриша упал. Встал. Но не встал. Блин,
Извините, пожалуйста, я забыл паузу отжать. Но ничего страшного. Мы тут нашли с моим Егором рамшахту, и я буду ее исследовать, пока он будет нам строить домик. Итак, тут ничего нет. Очень богатая шахта. Ничего нет. Что может быть лучше, чем ничего? Успокойся. Так я и есть покой. Просто в прошлом видео у меня очень слабый звук был. Мне это не сильно понравилось. И вряд ли кому-то понравится смотреть такое видео, в котором ничего не слышно. Итак, мы продолжаем. Тем временем я заметил то, что эта шахта не очень пустая. Я тут нашел уголь. Ну и, конечно же, начал его с вами копать. Чтобы вам не было обидно, и вы мне поверили. Так, сейчас мне надо будет вернуться домой. Потому что эта шахта и так небогатая. Получше шахту можно найти дома. Тем более уже вечерает. А поскольку мы играем на легкой сложности, то по идее у нас должны какие-то мобики спавниться. Мы не на мирном играем. Так. Как-то у тебя странный дом получился. Здравствуйте. Я вам свет принес. Надеюсь, вы мне рады. Нет. Почему это? А что у тебя день? У меня не день, у меня просто факел. Дай мне все дерево. Все дерево? Настроитель. Нет. Вот. Держи. Нет. Зайди и возьми. Ну, извините. Так, я вас не бью. Просто во всем должна быть справедливость. Так, ладно, не надо спорить, надо играть лучше. Так. Уже 8 минут, но я еще немного поиграю. Я не хочу, чтобы видео было очень уж коротким. Тебе еще нужен этот? Нам дверь была нужна. Злые детки? Да, я сломаю. Что-то сейчас, по-моему, вроде получится. Ой, крипер! Ой, зомби житель. Чего такие все опасные? Сейчас трудно мне немножко. Не желаете мне помочь? Нет, это почему? Так загуглите, как получить вещи. И вы получите вещи. Овечка. Это нам дополнительная шерсть, потому что нам нужны кровати. Просто каждый раз выживать в такой бедноте невозможно. Что, нужны доски еще или не надо? Уже. Так, извините, но сначала я себе скрафчу нормальные вещи. Во-первых, это.
во-первых, не бить меня. Вы меня ударили случайно два раза. Вы мне не даете спокойно жить. Я пока что нам ползаю. Так, ну сначала вам нужна лопата. Так. Это у нас так. Каменная кирка сюда. Шипечку надо поставить. И лопата. Мы в грязи же, что ли, будем жить? Конечно же, нет. Грязевые монстры. Так, давай ставь пол. Ты. Да. У меня 37 блоков только. Сейчас сколько? А мало это сколько? А это сколько? А это сколько? Хорошо. Тем временем я сравнял пол с землей. Так. Так, надо двери вернуть. Да, я светил свою там. Ой, что-то ошибочка вышла. И двери не в тот блок поставил. Так. Надо бы их по-нормальному поставить. Что ты там делаешь? Фу, ты паук серый. У нитки выпали сколько? 2 штучки. Ну ладно, хоть сколько-то. А ты куда? А ты куда уже ушел? Вот тут еще зайцы есть. Тем временем у меня еще голод есть. Мне пора бы сейчас поставить печку наконец-то. Стоп, что? Я за все время еще такое не поставил. Так. Поставим на палку. А я так и продолжаю заниматься лифтом. И никак не помогать своему другу. И так прекрасно не помогать другу, а лучше, блин, какой-нибудь дичью заниматься. Да. И ты не знаешь, какой. Какой именно, может, скажешь. Так. У друг друга нельзя по айфонам посматривать, потому что она зажмётся. Да и не гипер айфоны. Даже таких не бывает, потому что... Так. Миша, давай выберем место, где будем шахту копать. Давай по-нормальному. Миша, это
А тем временем мишенники не нашел. Хотя мне уже пора заканчивать видео. Хотя я бы, если бы Миша в моей мечте сидел, я бы его нашел. Ладно. Стой, погоди. Тогда знаешь, что надо сделать? Тогда надо сделать тебе проход на второй этаж. Где? Найди. У меня на видео, которого нет, будет сейчас не видно, где я отправил. Ага. Тогда давай ступеньки сделаю, чтобы можно было нормально подняться. Так они есть уже. Где? Вот они, где. Да, не по дереву лезь. Ты вылези в речку. Ты чё? Да, не сломал. Иди. А где река? А, вот река. Там видишь, сколько много? Нет там никого. Там действительно много. Ты можешь не в ту речку смотреть. Ты обойди, думаешь. Первый этаж обойди. Ну вот, нашел скелета плюс зомби. Блин, вот дом. Второй этаж. Вот, прям в эту двойную дверь иди. Угу. Вошел. Нафиг не в эту, в дневную дверь. А, нашел. Ну, я думаю, уже пора заканчивать наше видео. Так, сейчас сделаю все, что надо, и будем прощаться с нашими любимыми зрителями.